Привет, мы белорусская группа Chips Band. Родоначальники Больба Фанка. Белорусские джаз-пираты Больбяных плантаций. Привет, я Паша с Магадана. Олесь Франтишек Мышкевич. Привет, меня зовут Андрей Дикий, и я играю на этой трубе. Привет, меня зовут Андрей, я не играю на этой трубе, я играю на этом саксофоне. Привет, меня зовут Юра, я не играю ни на этой. Я просто так. Я играю на этом тромбоне! И меня зовут Рамон Трамбон! Привет, меня зовут Катя, и я вам спою. Chips Band, Chips Band! Темнокожими ребятами. Мы же, в свою очередь, продолжили их традицию и на своих бульбяных плантациях вырастили белорусский джаз-фанк, и родился альбом «Джаз-пираты». Весной 2012 года мы выпустили дебютный альбом «Джаз-пираты». Альбом вы можете скачать в интернете в любом поисковике. Набирайте «Chips Band Джаз-пират» и наслаждайтесь настоящим кайфовым музоном. Новые территории нашего бывшего Советского Союза. Мы ездим на гастроли в Камбоджу, Северная Корея. Крымское побережье уходило под воду, когда слышались эти мощные звуки, раскаты тромбона и трубы. Саксофон, который пел и было слышно на другом конце Америки, с другой стороны планеты, если с Крыма смотреть. Ульяновск, Архангельск, Нарьянмар, Крым, Севастополь, Москва, Киев, Лагойск, покоряются нашими джазовыми звуками. И многие другие не могут забыть нашего прекрасного звучания. Но для того, чтобы нас услышали на другом конце света, нам нужен хороший видеоролик, прекрасный клип, который поможет нам в дальнейшем. Нам нужен клип. Шановное баньство. Очень надеемся, что ваши друзья друзей, вы можете нам немножечко вам скромненькими какими-то пожертвования, а может быть и очень даже далеко не скромными. Большие! Переведя свои маленькие финансики на наш счет и помочь нам реализовать свои маленькие, но амбициозные идеи в жизни. Мы, в свою очередь, обещаем вам, что все получите свой заслуженный бонус от этого. Кайфуйте от настоящей, действительно хорошей музыки. Живая белорусская, дякую! Спасибо за внимание и до новых встреч! Это белорусский гурт Chips Band.